Продолжаем выпуск. В Дагестане по-прежнему эпидемиологическая обстановка остается сложной. Ежедневно регистрируются новые случаи заражения коронавирусом, внебольничная пневмония и ОРВИ. Минздрав республики подвел итоги за последние 7 дней. За истекшую неделю количество поступивших больных стационара республики составило 1271 человек. Количество выписанных 1467 человек. К сожалению, за эту неделю от подтвержденной коронавирусной инфекции в республике скончалось 15 человек. Надо сказать, что на этой неделе нам пришлось дополнительно развернуть 200 коек для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией и небольничными пневмониями. И количество коек сегодня составляет 4326 коек. Хотелось бы сказать, что в период первой волны, как мы ее называем, максимальное количество развернутых коек по республике составляло более 9000 коек. Нам удавалось вернуть их в прежний режим работы, но сейчас, к сожалению, тех развернутых коек, которые мы планировали, в связи с ростом и нестабильной ситуацией, нам приходится перепрофилировать в лечебных учреждениях дополнительно. Поэтому хотелось бы сделать акцент на том, что у нас основной рост госпитализации в лечебные учреждения отмечается после проведения выходных и праздничных дней. И это со вторника, как правило, большее обращение лиц как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Поэтому мы призываем население соблюдать максимальную осторожность, соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, меры собственной безопасности.